все. Сделали мод, сейчас будем смотреть на приборах. Лапти делают, ну, постоянно крутят такую пропаганду. Ну, они нам помогут тем, что мы можем по ним настраиваться. 257-900. Видите, да? Сейчас послушаем на улице, на застоне. Чуйка, видите какая? У земли даже ее слышно. Видите? Насколько чуйка? Все. 255-550. Жмакаем на передачу. Пятерка. Пятерочка. Так. На двойке 145-500. Вроде меньше будет, наверное. Да, 4-4. Кстати, в стоке там вообще 3-2 было. Как-то так. В общем, все, мод сделали. Сейчас я покажу, сколько на этом, господи боже, на кваншенге вашем. Какой там выход вообще изначально. Ну там больше-то и не делается вроде как. Сейчас, секунду. Так, я прошу. В общем, передача, смотрите, 296-550. Вот будем на этой частоте смотреть. Кваншенг. 296-550. Так, вот наш кваншенг. 296-550. Частота, которая используется на входе. На частоте 255-550. Так, смотрим. Смотрите. 1,5 ватта. 1,4. То есть, в принципе, хватает. Наверное, если хорошая антенна. Ну, как хватает? Ну, с натяжкой. То есть, если у вас там прям какая-то хорошая антенна, наверное, да. Ну, на грани. Вот такая мощность. Вот. 1,4 ватта. Так, в общем, отправляется. Завтра отправим уже владельцу радио. Отправим владельцу. Вот. Город-герой. Один из городов-героев наших. На букву Х. Короче, отправим. Человек замолвил тут, в Украине. В принципе, цены такие же, как у Алишки. Чуть дороже было. Прислал мне радио, я сделал мод, все, отправляю ему. Как-то так. Поэтому заказывайте, если кому надо, будем делать моды. Мод не будет стоить 5 гривен и 10 не будет, поэтому как-то так. Но зато качественная, хорошая радиостанция. Всем всего наикращего, всем до побачення.